Значит, сегодня у нас 11 октября, я нахожусь на пересечении вот Бауманской улицы и Бригадирского переулка. Вот, ну вот Бауманская улица туда идет, вот, ну и как бы туда. Вот, вот здесь здания как бы, ну, старинные остались, так как это была немецкая слобода, вот, ну, куда Петр любил ездить, эх, подделкам. А вот, соответственно, он сюда ездил, Лефортово, там все это, Монс, Фринонс, вот. И, значит, это вот немецкая слобода, ну, потом назвали Бауманской улицей, но это не имеет отношения к этому учебному заведению Баумана, да, а это какой-то революционер, который погиб в 1905 году, оказывается. Вот. Я думал, Бауманская, ну, как бы с Бауманом, с институтом связан. Не, не, это, оказывается, какой-то революционер, он тут вот, погиб за наше будущее. Вот. Потом они, правда, в 2000-х они победили, но ладно, бог с ним. Вот, вот, вот Бауманская улица, вот туда трамвай.